Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как снять напряжение. Напряжение из ума, тела. Ведь это все взаимосвязано. Когда наш ум напряжен, то мы чувствуем, что что-то идет не так. То есть мы действуем как-то неосознанно, начинаем нервничать, злиться, сходить с ума и проявлять негативные эмоции. И все это идет из наших переживаний, которые накопились. То есть в уме у нас есть очень много записей, которые вот, происходит что-то негативное, плохое, да, какой-то стресс, и это все записывается, накапливается. Особенно сильно это влияет, когда есть там много боли, бессознательности, подавления, негативных эмоций и так далее. То есть происходит такое душевное беспокойство, и мы чувствуем, что что-то идет не так. Тело напрягается, мы начинаем действовать неосознанно, начинаем творить какие-то вещи, которые абсолютно неправильные. Вот, и происходит такой дисбаланс в системе. Когда этот дисбаланс нарушает наши отношения, наше взаимодействие с жизнью, мы начинаем нервничать, мы начинаем злиться. И в этом состоянии происходят такие вещи, которые, с которыми нам сложно справиться. То есть это то, что влияет на нас самым таким неприятным образом. В этом есть, конечно же, и какие-то вещи, которые мы можем убрать, уладить самостоятельно, то есть посмотреть, что же это, откуда это происходит, почему это пришло в нашу жизнь. Но есть то, что мы не можем, да, некоторые вещи настолько глубоко спрятаны, что мы не можем посмотреть на это и узнать, откуда это все проистекает, какие вещи, да, то есть. И для этого очень важно заглянуть вглубь себя и заняться процессом самоисследования. Что такое процесс самоисследования? Это когда мы с помощью сознания углубляемся в прошлое и находим эти случаи, в которых есть негативный заряд. То есть чем больше мы таких случаев проработали, тем больше мы можем негативного заряда убрать. И вот таким образом строится проработка в процессинге счастья, который я провожу. То есть это сама технология, ее можно проводить онлайн. Да? Можно даже делать самостоятельно, что мы и попробуем в нашем, чуть позже, в нашем таком небольшом практическом, да, практической части этого видео, когда вы углубляетесь внутрь и смотрите, посмотрите, что у меня здесь, какая негативная эмоция, почему она пришла ко мне, откуда. И вот таким образом происходит процесс исцеления. То есть что такое процесс исцеления? Это процесс целостности. Процесс, когда мы целостно подходим к нашему миру и убираем оттуда весь негативный заряд, который там спрятан. Чем больше мы такого заряда убрали, тем легче нам становится жить, и мы осознанно можем взаимодействовать с нашим окружением. То есть, почему я говорю про осознанно? Да? То есть, когда мы осознаем, мы присутствуем здесь и сейчас и воспринимаем все как есть. Когда заряд накопился, и мы не можем его убрать, то мы отсутствуем, мы начинаем злиться, уходим куда-то в эмоции, в бессознательность. И в этом состоянии мы, конечно, не можем принять корректное решение. То есть, корректность – это наша чувствительность, наша способность быть здесь и сейчас. То есть в настоящем моменте мы можем очень четко взаимодействовать с тем окружением, которое есть в нас самих, и можем понимать, что происходит и какие вещи происходят в нашем окружении. То есть я приведу пример. Да? Смотрите, если, например, у вас есть какая-то негативная эмоция, вы не можете с ней справиться, она вас беспокоит, тело, ум напрягается, и вы начинаете злиться, выходить из себя. Вот. Или, например, впадаете в апатию, да, то есть это может быть что угодно, да, какой-то случай прошлого, вы, может быть, даже его в точности не помните. Но сейчас при наблюдении, при сходных обстоятельствах, это влияет на вас, и вы чувствуете, что что-то здесь идет не так. То есть какая-то появляется такая, как ломка, да, может быть, какие-то восприятия нарушаются. И вы начинаете из этих восприятий воспринимать мир уже не так, как раньше, а это как сквозь призму каких-то негативных восприятий. Вот. И, соответственно, то есть уже нету той целостности, той полноты жизни, которая была у вас до этого. То есть, и чем больше таких вот вещей или стимулировалось, включилось, тем сложнее воспринимать мир как есть. Вот. И получается, в этом состоянии вам будет довольно сложно и, находиться и принимать решения. Поэтому я что предлагаю? Я предлагаю нырнуть в прошлое и убрать оттуда вот эти вот, скажем так, случаи, которые влияют на вас негативно. Когда мы это делаем, то происходит исцеление, то есть возвращаются единицы внимания из прошлого, и вы вновь начинаете видеть мир таким, какой он есть, то есть без призмы вот этих вот негативных восприятий и тому подобное. То есть мы можем, скажем так, в реальности получить то, что нам хотелось бы, да, то есть мы можем создавать нашу реальность такой, какая она есть, без вот этого негатива, без всяких вот лишних вещей. То есть мы можем наблюдать, принимать решения и действовать, это и есть способность. Но для того, чтобы это происходило, очень важно именно присутствие здесь и сейчас
и чтобы не было вот этого негативного заряда. То есть мы единицы внимания должны перекинуть в настоящий момент. И если вы чувствуете, что они где-то у вас застряли, то это как раз и есть вот эта методика, которая позволяет это сделать. То есть позволяет вам убрать эту нервозность. Почему она возникает? Да, потому что просто с прошлого пришел этот заряд, и вы чувствуете его здесь и сейчас. Когда мы углубляемся в прошлое, этот заряд исчезает, и мы начинаем действовать вновь осознанно и легко. Давайте сделаем практику, посмотрим, как это в реальности действует. Сядьте или лягте в удобном для вас месте, чтобы никто вас не отвлекал. Создайте пространство для сессии. Ощутите себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. И наполните это пространство любовью. Посмотрите, есть ли в этом пространстве какие-то негативные ощущения, восприятия, которые мешают вам, которые воздействуют на вас каким-то негативным образом, которые влияют на вас. Посмотрите, как это происходит, да, то есть как это влияние оказывается, откуда пришли эти негативные восприятия, какое воздействие они на вас оказывают. Соприкоснитесь с этим максимально глубоко. По ощущениям, да, смотрите за своим телом, за своим разумом, да, как они взаимодействуют с этими ощущениями, как реагируют. Вот. И дальше, когда вы придут к вам случаи, допустим, да, откуда эти ощущения проистекают, то двигайтесь в этот случай и перепроживайте его. То есть перепроживание – это как будто вы смотрите этот фильм по новой и ощущаете, что там происходит. Каждую единицу времени вот вы ощущаете, то есть прошли один раз, хорошо, потом еще раз и еще раз. И вот таким образом происходит исцеление, то есть путем перепроживания. То есть вы не то чтобы просто вспоминаете, что там было, а вы перепроживаете, двигаетесь туда осознанно и убираете оттуда негативный заряд. Чем больше вы заряда уберете, да, то больше облегчения вы почувствуете. Когда вы почувствовали, например, облегчение на каком-то одном ощущении, да, то есть вы прошли случай, прошли, почувствовали облегчение, то есть ваше состояние выправилось, да, вы можете взять другое ощущение или другой случай, где было это ощущение, и проработать его. И таким образом вы можете проработать каждое ощущение. То есть каждое, вот, например, есть у вас там ощущение нервозности, да, проработали случаи, связанные с этим, получили облегчение, исцеление. Потом проработали, например, чувство страха, получили облегчение, исцеление. Таким образом можно проработать каждое ощущение, вот, и дойти до состояния гармонии. Вот, и в этом состоянии уже, когда вы получили состояние облегчения, у вас появилось понимание, почему это было с вами, то вы... Ну, улучшаете таким образом ваше состояние и дальше можете двигаться, да, то есть к следующему ощущению. Таким образом можно проработать несколько ощущений. Вот когда вы почувствуете, что все достаточно проработали на сегодня, что, ну, скажем так, состояние ваше улучшает в достаточной степени, вы можете закончить сессию и наполнить пространство любовью. То есть вот таким образом происходит процессинг. Когда я делаю процессинг онлайн с человеком, да, то есть в паре, то я помогаю человеку заглянуть глубже и глубже, да, то есть так можно вот, как я описал, убрать какие-то поверхностные заряды, вот, а когда важно, ну, скажем так, убрать более глубокие заряды, то мы действуем в паре, то есть я направляю ваше внимание и помогаю вам пройти с этим, через это справиться с этим и убрать оттуда негативный заряд, вот, поэтому если вам интересна эта практика, вы хотите убрать те состояния негативные, которые у вас накопились, то напишите мне в личные сообщения, и мы сделаем с вами бесплатную консультацию, а потом и сессию процессинга, где я помогу вам справиться с негативным зарядом. Вот. Если это вам интересно, если видео вам понравилось, то, конечно же, ставьте отметку «нравится», подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях. Все мои контакты указаны под этим видео. Также там указаны мои книги «Миры вечного познания» и «Полное исцеление». В них вы сможете узнать больше информации обо мне и получить то, как можно создавать свои вселенные и как можно справляться со своим негативным зарядом. Вот это полное исцеление, это как раз об этом, о том, что я сейчас рассказывал. Вот, и, конечно же, я буду рад вас видеть в друзьях. Я открыт к общению, добавляйтесь в друзья в соцсетях. Вот, и пишите мне, да, для бесплатной консультации. Вот, на ней мы сможем пообщаться о вашем состоянии. Я расскажу более подробнее, как можно его уладить. То есть вы расскажете вашу ситуацию, а я расскажу, как ее можно уладить с помощью процессинга. Возможно, еще какие-то методики мы подберем. Самое главное – это то, ваше намерение. То есть если у вас есть намерение исцелиться, то это все возможно. И я просто проводник, помощник, тот, который помогает вам в исцелении. То есть я не то чтобы даю советы, я просто помогаю в том, чтобы убрать этот негативный заряд, то есть пройти через это и сгладить те моменты, которые там накопились. Вот. И сейчас на экране у вас появились видео, это о том, о процессинге, то есть как изменить судьбу и методика проведения процессинга счастья, мой сайт и
подписка на мой канал. Добавляйтесь, да, заходите, смотрите видео, заходите на сайт и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не являетесь подписчиком. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, это канал Академии Счастья, и мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи, друзья!